здравствуйте! Хорошего будет больше! Мы продолжаем наш розыгрыш призов от телеканала «Ветто-24». Мы дарим вам уникальную возможность поучаствовать в конкурсе. Каждую неделю на «Ветте-24» звучит вопрос. Вам нужно дать правильный ответ, воспользовавшись нашими «Ветто-боксами» или разделом на сайте «Ветто.ТВ». И получить возможность выиграть ценные подарки и главный приз – однокомнатную квартиру от застройщика строительно-монтажного треста номер 14. Ну а я традиционно напоминаю вам условия конкурса. Итак, вы оказались в торговом центре. На выбор: Спешилов, Семья, Колизей, Атриум, Алмаз, Столица. Первое, что вы делаете, находите отделы с буклетами телеканала «Ветто-24». Заполняете вкладыш, пишите правильный ответ и дату, указывайте свои данные для обратной связи. Наклеивайте на вкладыш стикер с индивидуальным номером. Опускаете вкладыш в наш «Ветто-бокс». Кстати, второй стикер с номером вы наклеиваете на конверт и сохраняете до финального розыгрыша конкурса. А также заявку можно заполнить и отправить на сайте «Ветто.ТВ». А сейчас увидим наших победителей, которые правильно ответили на вопрос про музыкальный инструмент, который стоит в программе «Ворчун». В случае с Таисией инициатором ее участия в конкурсе «Хорошего будет больше» стал сын Артем. Мальчик взял в свои руки всю организационную работу, следил за эфиром, писал на сайт, а мама заполняла конкурсные конверты. И, конечно, вместе верили в победу. И вот заветный приз. Этот конкурс, помимо того, что дал такую нотку развлечения и радости в жизни, он еще и позволил мне открыть новые качества в моем старшем сыне. Потому что, когда я сказала: «Артем, мы выиграли приставку, и как ты к этому относишься?» Он сказал: «Да», я очень обрадовался. Я говорю: «Ну что, мы будем дальше продолжать участвовать и смотреть передачи, искать вопросы?» Он сказал: «Нет, мы и так выиграли шикарный приз, надо дать другим возможность выиграть». Впрочем, по условиям конкурса нет ограничений на количество ответов. Наоборот, чем больше правильных ответов, тем выше шанс на победу. Именно этой стратегии придерживается Алексей Кусакин. Пермяк уже неоднократный победитель. Азарт. Ждать выигрыш, не выигрыш, как бы, тоже интересно. Еще вот сейчас сбросили, может, еще чуть выиграем. Все же хотят что-нибудь выиграть. Каждую неделю мы разыгрываем приставку для интерактивного ТВ с функцией Wi-Fi и сертификат на бесплатное подключение и пользование услугами Дом.ру в течение 3 месяцев. Победителей определяем каждое воскресенье в эфире канала «Ветто-24» в 11 утра, 6 и 9 вечера и ровно в полночь. Торжественное награждение каждый понедельник. На этот раз поздравить пермяков приехала Юлия Колмогорова. Хорошего будет больше! Порадуемся за наших победителей. Ну а я напомню, что все сюжеты с вручением подарков вы сможете найти на нашем сайте «Ветто.ТВ». Ну а прямо сейчас разыграем очередные призы. Во-первых, это приставки для интерактивного телевидения. Все преимущества интерактивного ТВ в одном флаконе. Телепросмотр можно поставить на паузу в любой момент. Отмотать к началу программы не проблема. Да и посмотреть утром вечерний эфир вы сможете с легкостью. Работает такая приставка везде, где есть интернет. В общем, у вас появится реальная возможность взять телевидение с собой. Во-вторых, мы разыгрываем сертификат на бесплатное подключение и пользование услугами Дом.ру в течение 3 месяцев. Ну а для того, чтобы принять участие в сегодняшнем розыгрыше, вы должны были на очередной неделе конкурса правильно ответить на вопрос. Как зовут ведущего программы «Доступный Урал»? Кстати, оригинальных ответов на этот раз немного. Нет, это не Денис Пальчиков и не Роман Четин, хотя у них неплохо бы получилось, я думаю. Известный блогер-путешественник. Да, но мы просили его имя. Николай Вавилов.
Прекрасная версия. Хотя бы потому, что так звали знаменитого ученого, который тоже любил побродить по свету. В общем, настало время правильного ответа. Итак, ведущего программы «Доступный Урал» зовут Василий Вавилов. Ну а все правильные ответы уже в нашем Веттотроне. Ну а теперь крутим Веттотрон. Итак, сейчас мы узнаем имя первого обладателя приза этой недели от телеканала Ветто24. Итак, приставку для интерактивного телевидения заберет с собой Толстиков Сергей Иванович. Три последних цифры телефона – 267. Узнаем имя второго победителя прямо сейчас. Итак, крутится Веттотрон. И вкладыш у меня в руке. Победителем становится Валентина Ивановна Никитина. Три последних цифры телефона – 709. Ну а сейчас мы узнаем имя третьего счастливчика. Кто же им станет? Мне очень интересно. Итак, Антонина Борисовна Веретенникова. Три последних цифры телефона – 880. Четвертую приставку для интерактивного телевидения заберет с собой. Останавливаем Веттотрон. Ищем вкладыш. Он у меня в руках. Итак, им становится Татьяна Максимовна Михайлова. Три последних цифры телефона – 0-34. Поздравляю. Пятый шанс взять телевидение с собой получает Соловьева Марина Юрьевна. Три последних цифры телефона – 192. И шестой обладатель приставки для интерактивного телевидения – Наталья Дмитриевна Деревянных. Три последних цифры телефона – 600. Ну а сейчас мы разыграем сертификат на бесплатное подключение и пользование услугами Дом.ру в течение 3 месяца. Итак, останавливаю Веттотрон. Заветный вкладыш с вашим именем. Итак, Валентина Васильевна Голышева. Три последних цифры телефона – 283. Поздравляем вас! Мы непременно свяжемся в ближайшее время с победителями и расскажем, где и как забрать ваши подарки. Ну а пока напомню, что все вкладыши с правильными ответами принимают участие в розыгрыше главного приза квартиры от застройщика строительно-монтажного треста номер 14. Смотрите нас ежедневно уже завтра на телеканале Ветто24 «Новый вопрос». Все подробности конкурса на нашем сайте ветто.тв. Увидимся на Ветте 24. Хорошего будет больше!